Я так понимаю, что это был джазовый концерт, да? Речь шла о джазовом концерте. А можно поподробнее об этом рассказать, что это была за программа? The jazz concert. Jazz program. Yes. Yeah, what I did. This was with the jazz formation with four fantastic musicians from Germany, from Berlin, and from the other people were from Mannheim and Berlin and some from Munich. And what we did, we did a kind of these American standards, you know, like Somewhere Beyond the Sea and Night and Day, a lot of Gershwin and Cole Porter songs and stuff like this. And it was, you know, it just was the idea of a friend of mine. He owns a club in Germany, and he said, well, In some weeks I have a jazz band here. Я объединился с четырьмя фантастическими музыкантами. Они немцы из Берлина, Мангейма, Мюнхена. То, что мы делали, это были американские стандарты типа Somewhere Beyond the Sea и Night and Day. Много песен Гершвина и Кола Портера. Ну и прочее в том же духе. Это была идея моего друга, который владеет клубом в Германии. Он сказал, через пару недель у меня здесь будет джазовая группа. Если ты хочешь выступить с этими людьми, ты можешь это сделать. Я сказал, я никогда не делал ничего такого. Но мы немного перепетировали, и результат был ошеломляюще успешным. Люди не могли поверить, что я в состоянии петь джаз. Я хочу вам объяснить, что я стою на сцене только для того, чтобы люди чувствовали себя лучше. Это можно сделать и с 500, и с 50 000 зрителей. Положительные эмоции — вот для чего мы живем. Спасибо, я думаю, что действительно Гершвин в исполнении Томаса Андерса — это то, ради чего, может быть, даже кому-то из наших поклонников стоило бы когда-нибудь съездить на концерт Томаса в Германию. В принципе, скажите, куда движется ваша музыка? Как вы считаете сам, насколько она сильно изменилась со времен Modern Talking и начала вашей сольной карьеры, и куда, к чему она идет, ваша музыка? So, what you know, the last albums I did, especially the last album I recorded in America, it was a very pop soul album, and the album was called Sold, and it was very, very influenced by soul and black music. So, you know, it's always very interesting for me just to find out how far I can go for my voice and for my musical talent, you know. This is very important to me. So, Тот последний альбом, который я записал в Америке, это был альбом в стиле поп-соул. Он был сделан под очень сильным влиянием черной музыки, музыки соул. Для меня самого всегда интересно, как далеко я сам могу зайти в своем творчестве, в своем таланте, возможностях своего голоса. Это сильно отличалось от Modern Talking. То, что я делаю сейчас, это новый сингл, который выйдет в сентябре. Это будет очень танцевальная, очень поп-музыка, очень похожая на то, что сейчас слушает большинство людей. Новый сингл будет чуть ближе к Modern Talking, но это будет настоящий 97-й год, очень-очень новое. Я работал с продюсером диджея Бабо, мы записывали сингл долго, и вот в сентябре он выйдет в Германии. А что будет дальше? Посмотрим. Помните ли вы, я вот, например, я скажу нашим слушателям, очень хорошо помню визит Томаса в город Одессу 7 лет назад, потому что это было одно из лично моих первых интервью вообще в жизни, которое я брал тогда. Что помнит Томас о своем приезде в Одессу 7 лет назад, когда он играл с замечательной группой на сцене Дворца спорта? You know, the only thing I remember was that we had from Odessa, we had very nice hotel here, and it was cold. It was much colder than today. And I think, as far as I remember, it was a great time here. We had some great shows, and you know, this was after three and a half weeks touring through this former Russia. So and I was really happy, and my technician, who was traveling with me, единственное, что я помню, это то, что мы жили в очень хорошей гостинице, что тогда было очень холодно, значительно холоднее, чем сегодня. Как я помню, мы славно провели здесь время. Наши концерты здесь завершали трехнедельное турне по городам Советского Союза. Техник, который ездил со мной, сказал мне тогда, если ты снова поедешь в Одессу, возьми меня с собой. Если сравнивать с тем, что у нас было в других городах на севере страны, нам город показался более открытым, окружение более дружелюбным. Я, может быть, не могу это доступно объяснить. И потом это город на побережье, а я люблю к морю. Спасибо, приятно слышать. Вы очень тяжело работаете, много ездите, и тем не менее долгие годы остаетесь в отличной форме. Я надеюсь, телезрители это увидят, могу подтвердить это для
радиослушателей. Что помогает вам держать эту форму? Спорт, диета, секс? Что? Расскажите. Well, I live. Я живу, вот и все. Очень короткий, хороший, емкий ответ. No, I try to do my best. You know, sometimes it's very hard, but you know, I try to do sports. At the moment, I don't have the time doing this. I tried. You know, I love to eat. I love to cook. I love to eat and drink my white wine and all of these things. You know, and sometimes I have to say stop now for 2 or 3 weeks. That's it. Otherwise, you're gonna explode. Я делаю для этого все, что в моих силах. Я пытаюсь заниматься спортом, когда на это есть время. Я люблю есть и люблю готовить. Я люблю пить мое белое вино. Но иногда я должен сказать «стоп, остановись на 2-3 недели». В противном случае ты взорвешься. В этом деле нужно быть очень дисциплинированным, но иногда это так сложно. Я живу, как и многие другие, много работаю, но это то, что помогает мне чувствовать себя здоровым. Спасибо большое. Да, я не курю, не употребляю наркотиков. Может быть, в этом другая причина. Ну что ж, прекрасный рецепт от Томаса Андерса прямо у нас в эфире. 2-3 недели воздержания, а потом ешьте и пейте сколько угодно. Вы 2 раза сказали о том, что вы хорошо готовите. А что именно вы хорошо готовите? You know, I try to cook everything. You know, I love Asian food, and I love American food, I love French food, and I love salad, and, you know, I'm inviting a lot of friends to my place, and every time it's really something completely new, I never did before, and when I'm serving this, my friends know, I'll say, you know. Вы знаете, я пытаюсь готовить все. Я люблю пищу азиатскую, американскую, французскую. Я очень люблю салаты. Я также люблю приглашать множество друзей к себе. Иногда у меня выходит что-то совершенно новое, то, чего я не делал никогда раньше. И когда я накрываю на стол, мои друзья это знают. Я говорю, вы можете заказать пиццу по телефону, если вам это не понравится. Нет проблем, я не обижусь. Приготовление пищи для меня не просто еда, это праздник, который возникает во время самого процесса готовки. Я очень люблю само пребывание на кухне среди всего этого. Я люблю готовить вещи типа итальянской кухни, и потом это зависит от времени года.